Краеведческом музее презентовали книгу к 70-летию Великой Победы. Новое издание посвящено работникам прокуратуры, которые воевали в годы Великой Отечественной. Гостями встречи стали ветераны войны, начальник управления Генеральной прокуратуры в Северо-Западном округе и ученики кадетских классов, работники прокуратуры Ненецкого округа, участники Великой Отечественной войны, труд коллектива окружного ведомства. В книгу вошли 7 человек, которые в разные годы работали в прокуратуре округа. Помимо краткой биографии, в издание вошли фотографии и архивные документы. Ранее информация об этих участниках нигде не печаталась. Это подтвердил Юрий Канев. Историк провел небольшой экскурс в истории войны. Перед войной в 1939-1940 году в Ненецком округе жило около 40 тысяч человек. То есть приблизительно столько, сколько сейчас, в соседнем округе 43 тысячи человек. Из них на фронт было призвано около 10 тысяч человек. То есть каждый четвертый житель округа ушел на фронт, и эта цифра, в общем-то, вполне коррелируется с теми цифрами, которые вошли в Казахстане. То есть четверть населения страны были призваны воевать. Новое издание станет еще одним хранителем истории Великой Отечественной. Сегодня в книге памяти осталось много пробелов.